Доброе утро всем! Сегодня у нас 16 ноября. Начинают устанавливаться морозы. Температура утром сегодня, когда я выходил, была минус 17 градусов. Погода переменная, облачность. Ветра особого нет. Вышел опять половить птиц. Взял 3 щеглов и 2 клестов, простого и белопоясого. Пока еще полностью не расцвело. Паутину я уже поставил. Жду рассвета. Посмотрим, как сложится сегодня ловля. Времени у нас 25 минут 10. Есть уже первый улов. Попались 2 клёстика. Один очень хорошо прямо пел. Такие песни здесь выдавал. Который второй попался. Пойдем смотреть. Может, пара. Если пара, будет понятно, кто пел. Не, оба самца. Вот первый. Вон повыше второй. Будем доставать, выпускать. Вот такие у нас попались 2 клёстика. Отпускаем. Прилетел щеголок. Выпал. Вроде начал спускаться, но облетал всю паутину. Там, по-моему, кто-то уже попался. Их, может, 2 было, или синица там попалась. Да, синица вроде. Из-за этого он, похоже, и облетает все. Вон он около приманного скачет, по-моему. Посмотрим. Щегол выпал на репейник к щеглу. Пойду обойду его, попробую загнать. Загнал щегла. Пойдем смотреть. Это синица, а вот щегольчик. Ну вот такой вот щеглишка, обычный. Вот он. Будем доставать, придержим пока, потом отпустим. Прилетела огромная стая щегов, села в стороне вон на тот куст. Вон они. Не знаю, подойдут ко мне или нет. Будем ждать. К сожалению, щеглы ушли. Ну ладно. Опять прилетала стайка щеглов. Снимать очень холодно. Телефон быстро замерзает. Сенсор не реагирует. Ну, вон там сколько-то вроде попалось. А другая стайка в поля ушла. Смотрим, что там у нас попалось. Ветер еще поднялся. Но ничего тут щеглишки-то. Вот первый. Ну, вот этот. Получше вроде второй. И вон третий. Ладно, будем доставать. Придержим, потом выпустим. Ладно, на сегодня, наверное, хватит холодища. Отпускаем пойманных и собираемся домой. Подписываемся на канал. До новых встреч.